Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. У Чистых прудов появится микрорайон. Фонд РЖС выставил на аукцион 12 земельных участков. По данным бизнес-новостей, в Кирове участки под застройку находятся в федеральной собственности. Они расположены рядом с микрорайоном «Чистые пруды». Их предполагается отдать для комплексного освоения территории, в рамках которого предусмотрено и жилищное строительство. Участки расположены в черте Кирова в 9 километрах от его центральной части. На территории разрешается многоэтажная жилая застройка, при этом минимальный объем общей жилой площади помещений должен составить 360 тысяч квадратных метров. При этом объем помещений в малоэтажных домах эконом-класса не менее 1500 квадратных метров. Доступность автомобильным транспортом средняя. Подъезд к земельным участкам возможен по местным дорогам. Добавлю, арендатор участков станет известен 30 июня. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Как совместить удобство города и спокойствие загородной жизни? Об этом периодически задумывается каждый. Решением может стать покупка таунхауса в Слободе Новое Сергеево, что неподалеку от старого моста через Вятку в районе Красный Химик. Небольшие двух- и трехэтажные дома строятся в экологически чистом и спокойном районе, вдали от шумных и пыльных магистралей. Впрочем, добраться оттуда до центра города можно в считанные минуты. До Театральной площади от Нового Сергеева всего 5 километров по хорошей дороге. Проблем с парковкой машины возле дома не будет. Для каждой квартиры предусмотрено парковочное место. На территории жилого комплекса компания-застройщик «Техкомсервис» разместит детские площадки и места для отдыха. Из окон таунхаусов открывается вид на спокойные берега Вятки. Дома в новом перспективном районе полностью благоустроены. К ним подведены от общепоселковых сетей вода, электричество и газ. Тепло и горячую воду обеспечивают индивидуальные газовые котлы. Сберечь тепло в доме помогут металлические утепленные двери и двухкамерные стеклопакеты. Цены на квартиры в таунхаусах в Новом Сергеево начинаются от 33 тысяч рублей за квадратный метр. При этом можно использовать ипотеку или материнский капитал. По вопросам приобретения жилья в Новом Сергеево обращайтесь в компанию Realty Group, Спасская 24 и в центр недвижимости «Горизонт» Ленина 45. Единый номер телефона отдела продаж 208-081. Дайджест недвижимости. Далее к ценам на недвижимость. На вторичном рынке Кирова в мае цена за квадратный метр установилась на уровне 48 753 рублей. С начала года стоимость квадрата снизилась почти на 5%. На рынке новостроек, наоборот, наметился небольшой рост. По данным портала «Росриэлт», в мае за квадратный метр просили в среднем 44 462 рубля. Рост относительно начала года чуть более 2%. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.